Пас. Ну, справа. Пас, пас. Паз или пас? Сколько S? Пас, я все, я взорвался. Ну ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я надеюсь, меня слышат. Я звук отрегулировал, все хорошо. Всем привет, всем здравствуйте. Здравствуйте, говорю, алло, я знаю, что вы ничего не слышали, я просто прокол сделал, ну прокольчик, ну проколы, ну прокол, прокол, прокольчик. У меня от ваших приколов аж стрим подвис. Вот, торчит у меня вот тут волос, вот тут волос торчит постоянно. Я хочу постричься уже недели две, наверное, но я постоянно, когда звоню туда, где стригусь, постоянно моего, собственно, парикмахера нет. Надоело уже вот это торчит, вот это все торчит. Вот. Так, захожу, значит, сюда, потом захожу сюда, говорю, алло! Ты чего орешь так, а? Я потому что громко все время говорю. Какой рань, ты спишь, что ли? Нет. Ну ладно, я тогда попозже зайду. Смотрите, сегодня мы с товарищем Донгоровичем будем играть в игру под названием Keep Talking and Nobody Explodes. Как что переводится как, товарищ Донгор? Говори много, и никто не взорвется. Совершенно неправильно переводится. Смысл не в том. Смысл в том, что продолжай говорить, и никто не взорвется. И важен именно сам процесс. Процесс, понимаешь? Вот важен именно он. Я только сейчас понял, блин, тут пишут неправильно то, что я первый сел, потому что я во всем виноват буду. А кто, блядь, еще будет виноват? Ты такой, короче, робот. Ты сам сказал, чур, я на мануале. Я вообще... Ну, блин, я не подумал об этом. Короче, смысл. Это совместная локальная игра для двух и больше игроков. Вы сапер. Ваша цель — обезвредить бомбу с помощью ваших друзей. Сапер — друзья. Ваши друзья знатоки, которые помогут вам с помощью руководства по обезвреживанию бомб. Это сапер, это знатоки, это руководство по обезвреживанию бомб. Все понятно. Саперу запрещено смотреть в руководство. Обидно. Знатокам запрещено смотреть на экран. Обидно. Попробуйте посадить сапера подальше, но так, чтобы знатоки его слышали. Так веселее. Так, Донгар. А, это меня нужно подальше посадить. Но я от тебя далеко сижу. Далеко от меня, Донгар? Вот смотри, я вытянул руку. Ты чувствуешь, как я тебя чешу? Нет. Значит, мы с тобой далеко, все по правилам. Все, я понял. Все, отлично. Давай клавиатура. Ну, давай. Подожди, я не понимаю. Буковка C. Подожди, лишь один из столбцов ниже содержится 4 символа с клавиатуры. Нажмите клавишу в том порядке, в котором символы расположены. А, все, окей, давай. Да, тебе надо мне потом будет читать сверху вниз, как вот они идут. Все, давай, окей. Смотри, находи столбец правильный. Буковка C в кружочке. Си в кружочке? Ага. Си? Нет, такой буквы. Русская в кружочке. Копирайт, бля, ебаный рот. Си в кружочке. Я не знаю, что это типа лабиринт, либо что-то. Здесь, короче, такой квадрат. Стой, лабиринт. А, все, нашел лабиринт. Найдите лабиринт с совпадающими круглыми отметками. Сапер должен провести белый огонек до красного треугольника при помощи кнопок со стрелками. Осторожно, не пересекайте отмеченные лабиринты линии. Это... Еще раз, ничего не понял. Дим, давай клавиатуру сразу. Давай. Омега. Омега — это какая буква? Это который Рагнарёк Кратос. Ничего не говорит. А, омега в смысле, это как вот, ну типа, какой-то карабин, вот, омега. Ну, круглая и внизу две ноги. Да, всё, вот верно. Толстячок, омега. Толстячок без головы, ну понял. Блин, я не знаю, как эту штуку описать. Типа знака бесконечности с четырьмя концами. Лепесток, в смысле. Понял, да? Меня? Цветочек. Ну да, лепесток, окей, да. Бесконечность с четырьмя концами. И теперь, я не знаю, Дим, как описать это. У меня маленький мониторчик, на котором 4 цифры снизу. Нажмите правильную кнопку, чтобы перевести модуль в следующий этап, завершите этап, чтобы сделать модуль. Нажать нервные кнопки ведет модуль на предыдущий этап. Так, 2. 2. Если на экране 2, нажмите кнопку на первой позиции. Ага. Пятый. Все, отлично. Не все еще. Ну, еще одна осталась. Пятый этап, да, ну. А, 2. 2. Если на экране 2, нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на втором этапе. В смысле? Ты нажимал... 4-2. Ну, значит... Блядь, нет! В смысле нет? Заново? Не то! Заново! 1-3, сыграй первый этап, 3-3! Так, дальше у меня четырехцветный ромбик. Красный, зеленый, синий, желтый, вот этот, да? Да, четырехцветный ромбик. У тебя моргает какая-то из кнопок? Ну, загораешься, точнее. Синяя моргает. Нажми на красную. Неправильно. Стой! Нахуя ты мне это сказал неправильно? Я не понимаю, она взорвалась нахуй. Не, на самом деле не все так сложно, как я думал. Я думал, что мы на самом начале застрянем. Да нет, в самом начале. Мы гении, наверное, так. Нет, это естественно, это понятно. Теперь, Дим, есть...
какая-то, какой-то мониторчик, какие-то слова. Там есть, где много-много слов. Ищи, там прям вот целые последовательности. Так, то есть один главный экран, потом шесть под ним других словечков. Да, 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 и три этапа. А, зачитайте слово на экране и определите в первом шаге, какую кнопку следует прочитать. Чего, блядь? Корица. Корица? Корица. Ну, корица, наверное, корица. Коримся? Корица. Корица? Да. С мягким знаком. Корица, в смысле, корить друг друга, да, корица, да, да, самому, да, да, себе. Да, да, да. А, корица! Все, я понял. А, ну, это мне еще считать или нет, тебе считать? Нет, левое нижнее слово. Нету. Левое нижнее слово... А ты нажал его? Дальше давай. Ты нажал? Нет, у меня его нет. А, левое нижнее. Йо, я думал, слово должно быть левое нижнее. Погоди, Не подошло! Почему? Корица теперь без мягкого знака. Как вот было до этого, только без мягкого знака. Корица, все, допустим. Да. Используя слово из первого шага, нажмите на первую кнопку, которая появляется в подходящем списке. А, нажимай еще раз. Да, нажал. Красная, Дима, ну нет! Ты не понял, да? Не очень. Я говорю, корица, как без мягкого, корица без мягкого знака. Чего, скажи, блядь? Вот это. Корица. Корица. Убери корица. Ну? Убери мягкий знак. В корице нет мягкого знака, ты чё, блядь? Да ё, корица! Не подглядываю, я не подглядываю, в смысле. Куда я подглядываю? Алло! Сейчас я перетащу. Меня модер этот душит, душный модер, надо его... Что вообще? Надо его... Профи просто. Надо его забанить. Знаете, сколько мы раз сапера проходили, а? Я знаю, в сапере правую кнопку. Проходил сапера? Да. О, я тоже. Нет. Так, пиздец. Ну, поэтому как бы, поэтому так и получилось. Так, так, на какой позиции у тебя ебаные кружки? F3. Все окей, где ты сам? D6. Куда надо? И дойти надо мне до ABC. D3. D3, это пизда. Это пизда. Дальше телевизор ебаный. Телевизор с цифрами внизу, поехали. Только быстро. 1, 4 есть. А, 2. На что это позиции, такое? Что это такое? Что это такое? Что такое? Да что? Что, блядь, бензинник? Ты чё? Еба... Прикол, бля. Ебать, цифра 2. Так, дальше. У меня есть какая-то хуйня, это типа как кодовый замок с буквами. Ну вот этот. Кодовый замок с буквами, короче. Ну, понял, вот это, ну, как вот крутишки есть в играх, крутишь там первый барабанчик, там одно значение. Ну, кодовый замок. Понял, кодовый замок. С буквами, да, с буквами. С буквами, да. Кнопки над и под каждой буквой меняют возможные буквы в одной позиции. Ну, да. Есть одна комбинация доступных букв, совпадает с паролем из приведенной ниже таблицы. Нажмите кнопку «Принять» после установки подходящего слова. Ну, и как нам угадать? Ну, у меня УБ и ТГ. УБ... Чего? У меня значение сейчас УБ и ТГ. Полторы минуты. УБ? И ТГ, да. Блин, Дим, я не понимаю. Бля, УБ и ТГ. Я тебе, бля, по-русски объясняю. УБ и ТГ. ТГ, Телеграм, да, давай. Ссылку на Телеграм киньте на обычный, на всякий пожарный. Пиздец, Дангар, пиздец! Бля, Дангар, 6 букв, пиздец, и он сработал только что-то. Дима, радио. Какое радио? Ебать. Так, интерпретируйте сигнал моргающей лампочки, используя таблицу азбуки Морзе, чтобы получить одно из слов в таблице. Так, у тебя там что-то сейчас мигает? Тире, точка, тире. Ну, я тебе говорю, ты записываешь. Ты с первым уже не угадал. В смысле я не угадал с первым? Ты сказал тире, 4 точки, здесь все по 4 символа, ты мне 5 назвал. Точка. Блин, Данила, невозможно, это как это угадать, а? Тире, точка. Да не может такого тире. Быть! Символов всего, блядь, символов 4. Ты что-то неправильно находишь. Это ГГ. A few moments later. Тире, 3 точки. Б. Б, да, допустим, есть Б. Короче, попробуй ебаный пирог. Этот, 3,532 мегагерца попробуй. Нет. Тогда ты неправильно мне называешь. Тогда тебе пиздец. Я не понимаю. Тебе пиздец, Дангар, можешь как бы... Давай 3,575. Нет, еще одну. 3,595. Ура! Бля, спасибо, чат. Ты чат. Я говорю, тут одна слово на букву Б, бля, тут еще Борис, оказывается, есть внизу запрятался. Да ё-моё! Так, тут пиздец. Тут у меня новые провода. У меня белый, красный с белым, синий, красный с белым, красный с синим и белый. Что это значит, я хуй его пойми. Вот сложенный. Посмотрите на каждый провод. Под проводом есть светодиод, а под ним есть место под символ звезда. Для каждой связки проводов светодиод символом используйте приведенную ниже диаграмму Вена. Полтора минуты. Давай первый какой у тебя провод. Первый синий, над ним горит светодиод.
Пизда, минута осталась. Ладно, режу, похуй. Правильно, давай дальше. Белый с желтым, белый с красным, не горит диод. 15 секунд. Белый с красным, не горит диод. Забей, следующий. Бля, похуй. Синий. Взорвалось все, Дангар, я психанул. Там оставалось мало времени. Мало времени оставалось, я психанул. Все, окей, желтая кнопка прервать. Желтая кнопка прервать. Желтая кнопка, блядь, 40 секунд. Желтая кнопка прервать. Желтая кнопка, так, синяя. Один элемент, не подходит, подожди. Кар есть? Не, не подходит. Два элемента питания и ФРК есть? Есть два элемента питания. Два элемента пи... Есть. ФРК горит? Нет, держать! Давай, зажимай, да. Красная. Красная, так, когда будет единичка? Пиздец, на последней секунде! Серьезно? Да, секунда 39. Ебануться, бля. Я в топ 99 игроков. А, это типа топ 99, типа... Наоборот. Наоборот, хуёво. Вот так вот. Профессионализм и командная работа делают свое дело, понятно? Свое дело делает профессионализм. Я пиздец как устал. Потому что ты плохо разбираешься в загадках. А в загадках нужно разбираться жестко. Я до сих пор не понял, как последний раз я все правильно называл. Я вроде бы, знаешь, вроде там. Диодом. Белый и синий со светодиодом. Белый и синий со светодиодом. Наверное, N. Не режьте. Наверное. Хуёвый из тебя напарник, если честно, если ты во время бомбы называешь вроде там, блядь, а не то, что чётно. Сегодня играли мы в игру под названием Keep Talking and Nobody Explodes, но так как Дангар Толкинг иногда не говорит, происходит Explodes. Не, ну я добавляю просто Толкинг, еще возможно, наверное. Вот, да, Keep Talking, наверное, возможно, and Nobody Explodes, наверное, возможно, да, вот так она. Дангар играл в эту игру, я играл в ту, которую указал. Так что вот, так что всем пока, всем до свидания, всем спасибо. Да, всем пока-пока. Да, до свидания.